Ну вот, наконец-таки я себе сделал температурку. И вот что я хочу вам сказать по поводу температуры. Если вы говорите, что она ни на что не влияет, то вот, например, здесь средний расход 11, а был 14 литров, когда не работал датчик окружающей среды. Так что такие вот дела. А еще самое, что-то вы почистили дроссельную заслонку. Прям чуть-чуть нажимаешь на газ и уже сразу рвет с места. Так что вот такие вот дела. А вы говорите, ничего не происходит. Происходит. И происходит в лучшую сторону. Температура очень важна. Соответственно, что же все-таки произошло? Произошло, во-первых, то, что у меня сломалась полка держателя на разъеме. Ну и, соответственно, окислился и отвалился один контакт. Выковырить его отсюда я не смог, поэтому мне теперь либо менять разъем и сам датчик, покупать новый либо БУ. Ну или второй вариант, который я сейчас и сделал. Я на самом датчике сделал доступ до огрызка от контакта, подпаялся, вывел провод, подпаялся ко второму целому контакту, вывел провод. Ну и соответственно подключил. Полярности вообще не имеет. Там, по сути дела, сопротивление. Но после того, как все это я сделал, машина стала намного лучше ехать. Ну, такое ощущение, как будто бы почистили дроссельную заслонку. Это первое. Второе, ну, приятно хотя бы то, что адекватно определяет теперь температуру. Ну и самое главное, нужно найти датчик, желательно новый. Ну и разъем желательно новый. Возможно, будет фордовский без вот этого крепления. Его нужно будет как-то туда присобачить. Но это уже совсем другая история будет. А так пока маем это шумаем. Этот разъем мертв. Держатель у меня остался в автомобиле, а здесь полка одна полностью отвалилась. И он телепался внизу бампера, собирая всю влагу и лужи на себя. В общем, такая вот проблема. И я ее решил тем, что подпаялся к контактам. В общем, как-то так.